Чрезвычайный полномочный посол Японии в нашей стране Таяхиса Кадзуки приехал в Мордовию по футбольному поводу. Он поблагодарил Владимира Волкова за радушный прием, оказанный в Саранске японским болельщикам. Глава Мордовии рассказал дипломату о том, чем богата республика, ее достижениях в области промышленности, образования, науки, сельского хозяйства и переработки его продукции. Руководитель региона подчеркнул, наши экономические связи со страной восходящего солнца уже довольно обширны, но место для их развития всегда можно найти. Он перечислил несколько перспективных направлений, а на некоторых остановился подробно. Сейчас мы вот ищем в настоящее время партнеров для того, чтобы открыть какое-то сборочное производство. То ли это сборка автомобилей, то ли это сборка любой другой техники. Но это должен быть завод, где вот работает там 3-4 тысячи там работающих. Он позволит нам улучшить баланс рабочей силы, да? Вот. И чтобы мы чувствовали, что не только же ученые должны быть, не только же специалисты электроники должны быть, но и других специальностей должны быть люди. Дипломат этот день провел в экскурсиях по ведущим промышленным предприятиям Мордовии. Принял участие в круглом столе на экономическую тематику. Он высоко отозвался о полученных предложениях и пообещал посодействовать их продвижению в своей стране. Японские компании очень медленно, осторожно принимают решения. Но я думаю, что такой смысл, то, что я сказал, имеет особое значение этого проекта. Я подчеркну это. И я обещаю передать эту информацию в Токио и привлекать внимание этот проект. Саранский город, может быть, до сегодняшнего дня в Японии не так мне известен. Но послезавтра все японцы знают название этого города. Это хорошая основа дальнейшего развития. Давайте вместе работаем для укрепления отношений. Как базу для реализации возможных совместных проектов готовы предложить сразу несколько площадок. Одной из них называют недавно созданную в Рузаевке территорию опережающего развития. Павел Степаненко, Александр Данилов. Наши новости.